Жители деревень Чершкас, Мураты, Тюлюкасы и Кумаши Вурнарского района стали участниками международной акции «Сад памяти». В преддверии Дня Победы возле памятника участникам Великой Отечественной войны сельчане высадили более 200 елей в память о погибших на фронте. Из трех деревень ушли на фронт 186 человек. И в честь них в прошлом году мы заложили памятник. И в этом году эту работу продолжили, сделали сад памяти, посадили ели, кедры, сделали памятные таблички, обновили сам памятник еще раз. И я считаю, что это очень важно, особенно для нашей молодежи, чтобы помнили подвиг наших предков, наших дедушек и бабушек. У каждой семьи свои герои. У Алины Лежниной, как и у многих земляков, прадед сражался на поле боя, а прабабушка работала в колхозе. Воссоединившись после войны, они прожили долгую и счастливую жизнь. Дедушка у нас служил, был в Эстонии, получил ранение, был инвалидом Великой Отечественной войны. Бабушка у нас была тружеником тыла в годы войны, тоже прожила нелегкую жизнь. Воспитали они вместе совместно шестерых детей, подняли на ноги. У них более 20 внуков. У них очень много правнуков. Здесь мы находимся, чтобы чтить их память, чтобы помнить, не забыть, чтобы все знали про них. Есть и те, кто пришел рассказать о своих братьях и сестрах. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, Господи. Ели деревья долгожители. Они олицетворяют вечную память. Всего по стране планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Ольга Семенова, Георгий Кривошеин, Республика.